Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, кто меня не знает. Ну, думаю, почти все уже знают, кто меня смотрит. Вот я основатель Академии Счастья и проекта «В новой цивилизации», проекта «Подари счастье». И ежедневно я записываю видео, которые помогают в улучшении качества жизни. Видео, которые, по сути, призваны для того, чтобы поменять состояние каждого человека на этой планете. Потому что если меняется осознание, меняется понимание, то люди начинают действовать иначе, они начинают больше понимать себя, жизнь других людей, любить их и действительно действовать из сознания, которое помогает вот, ну, в общем, да, в общем, нашей планете и людям в целом. Да. То есть получается, моя цель это по сути к тому, чтобы привести людей к более высшим уровням понимания, осознания. Да. То есть, и тут скажу как, да, способ, опять же таки, то есть цель это не просто насадить какие-то принципы или моральные устои, да, как это делается часто со стороны общества или со стороны родителей, да, по сути дело не в этом, дело в том, чтобы когда меняется осознание человека, то человек становится самостоятельно более осознанным, более этичным, то есть он действует из миропонимания, что он не один на этой планете, что здесь есть и другие люди, что здесь есть животные, растения, да, что и он действует уже в том плане, что он помогает каждому, то есть не только действует из эго, да, то есть я тут главный, я все, да, то есть, а по сути он помогает каждому, чтобы, ну, каждый выживал наилучшим образом. Вот. И почему вообще люди действуют, ну, из, ну, можно сказать, плохих побуждений, да, просто потому что они, у них в какой-то момент появилось, например, человек, ну, жил жизнью, да, там, да, маленький еще, да, совсем родился, а тут родители его, ну, не знаю, по какой-то причине там бьют, оскорбляют, видимо, у них тоже есть какие-то вот эти злые вещи, да, которые сохранились у них в уме, да, и поэтому человеку становится плохо, да, потом, и когда он становится взрослым, он может быть либо, ну, не знаю, забит, подавлен, да, ничего не делать, не действовать, либо наоборот, в какие-то моменты проявлять агрессию, да, проявлять не, ну, такую не, неоправданную агрессию, быть жестоким, да, и что немаловажно, таких людей еще, ну, наказывают, да, говорят, вы совершили там какое-то преступление, вы совершили неправильный поступок, проступок еще говорят. И суть в том, что человек, ну, по сути, являясь неосознанным, таким умственно больным, можно так сказать, его, по сути, садят в тюрьму и наказывают, да. Моя же цель, да, то есть, и цель, по сути, людей, которые, людей доброй воли, да, то есть, которые действуют из осознанности, это помочь каждому, да, человеку, вот, разобраться с собой и найти такие вот вещи, которые записались в его уме, болезненные вещи, вещи там, которые наполнены болью, бессознательностью, страхом, гневом, негативными эмоциями, и избавиться от этих вещей, да, то есть способ на самом деле простой, это способ процессинга, который позволяет заглянуть внутрь, заглянуть, вот понять себя лучше и понять, что же это за вещи такие, да, у человека, что он вдруг действует неосознанно, вдруг действует как-то негативно, да, то есть, и, ну, и по сути, обижает или приносит вред себе и другим. То есть, когда мы прорабатываем, убираем у человека вот этот вот негатив, он становится более светлым, более добрым, таким расположенным к другим. И то есть, его сознание проясняется, появляется больше счастья в жизни, больше позитивных эмоций, больше радости. Вот, и поэтому, друзья, по сути, моя цель это пригласить вас, то есть, я вот приглашаю сейчас вас в этот момент, в момент понимания, радости и счастья, на процессинг в Академию Счастья, чтобы вы могли, по сути, почувствовать ту, ну, не знаю, радость жизни, которая по сути, есть у каждого человека внутри, открыть свое сердце, открыться, ну, вот, гармоничной жизни, да, позволить себе жить гармонично, да, то есть тут нету цели, я же говорю, что-то, ну, навязать или какие-то внести устои, да, моральные, это цель именно понимания самоосознанности, вот, и когда вот эта самоосознанность увеличивается и без привязки к мнимому я, да, то есть уже нету такого, что там, вот я, по сути, я это концепция ума, и
другие концепции ума. То есть без привязки к мнимому «я» мы можем жить намного лучше, намного более счастливой жизнью. И увеличивая самоосознание, мы как раз приходим к тому, что мы приходим к пониманию жизни, к пониманию того, что происходит и как это происходит. Поэтому, друзья, приглашаю вас в Академию Счастья. Ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и делитесь видео, этим видео с друзьями. Я буду рад, чем больше людей узнает о том, что возможны изменения, о том, что можно жить лучше, можно жить более счастливой жизнью, тем больше, тем получит больше каждый из нас. Вот поэтому делитесь. И всего вам доброго. До скорой встречи.